гуляя по городу, либо по работе, бродя от одной остановки к другой, от одной точки к другой, нам иногда хочется перекусить. И это мини-перекусы, такие лесные жороб-жорычи на моем канале. Очередной такой жороб-жорыч, ну, вернее сказать, наполнитель верхнего кармана рюкзака для ребенка, для себя, когда-нибудь там пробежать, перекусить. В общем, здесь 57 грамм конфет с сахаром, 390 килокалорий в 100 граммах. Ну, в принципе, калорийность у них хорошая. Обычно я использовал другие конфеты, не такие, как здесь. Я использовал без сахара. Вот осталась уже одна последняя зула. Ну, теперь будем вскрывать эту пачку и пробовать. Такие прикольные маленькие конфетки. Думаю, ребенку понравится. Мега кислые.